После интервального голодания образовались камнем желчным. Я почему не люблю интервальное голодание? Я люблю здоровое питание. То, что питает нас. То, что напитывает нас. Вот. Поэтому давайте послушаем, друзья, одну историю, очень интересную, которая рассказывает о том, как человек избавился от образования камней в желчном. Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Черкасова Людмила. Я живу в городе Павлодаре. Я хочу поделиться с вами фантастическим результатом своим. В 16 году у меня в желчном пузыре обнаружили 5 полипов. Вот есть УЗИ, где прям нарисована стрелочка. Один полип, сбоку 2 и снизу 2. Итого 5 полипов. Также здесь написано, что очень густая желчь. На сегодняшний день я пропила 3 месяца ЛФ-8 и Акселер-8. Сегодня утром сделала УЗИ, которое меня очень-очень обрадовало. УЗИ желчного пузыря. Чистое, чистый желчный пузырь, без всяких стрелочек, без полипов. Когда врач мне сказала, что желчный пузырь чистый, я не поверила. Я сказала: пожалуйста, посмотрите еще раз, может, найдете хоть один полип? На что врач мне ответила, повернув монитор: вот, смотрите сами, он чистый. Я очень счастлива, и что я знакома с таким продуктом. Большое спасибо компании Бэпик. Желаю всем большого здоровья. И, пожалуйста, добивайтесь таких же фантастических результатов. Все классно.